он мясо-то такое у тебя? А он у меня зачитанный. Я не знала, я его весь подчеркнула, мне сейчас сделали замечание. Да ты бы заложила в какой-то целлофан или что-то. Так. А я его везде с собой ношу день и ночь. Ну еще написано здесь. Давайте, какое слово? Давай. 19-е. 19-е? Так, подожди. Нет. 83-12. 83-й псалом. Вот эти. Вот 83-й псалом. Сейчас. Вот, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих. Господи, ну, сил, царь мой и Бог мой. Какой стих это? Это будет 84-й стих. Да, 83-4. Вот она, точно. У алтарей, это по Писанию. И там не журавль, никто, ласточка, это ласточка. Ласточка, гнездо она себе. Она прилепилась, потому что ей так и Бог повелел. Положить птенцов своих. Она там птенцов поводила? Ну да, конечно. У алтарей твоих, Господи, сил, царь мой, Бог мой, по слову. Просто это по слову, это не мы выполняем, Бог выполняет. Открыли порточку, ласточки прилетают каждый год, селятся. Чудо показывает. Ну. А зимой куда они улетают на зиму? Улетают на юг, в Африку. А потом снова прилетают. Потом прилетают, детям наказывают. Там алтари есть, вас любят, приезжайте. Так, ну еще мы не будем вас провожать, так, потому что уже проводили. Вопрос, еще один ответ по слову, наверное, еще. Ну вот что вы побыли здесь. Теперь отчет дайте, когда приедете. Напишите. Мы уже частично обговорили. Обговорили. Да, с Виталием Калинковым. На то место, где вам молились, хорошее место. Мы туда пошли. Это вы там были, а я выбежала везде здесь, просмотрела, нигде мы не видно. Мы там сходили, записали, все сказали. Где? А где молились вы раньше? А-а-а. От лагеря где? Вон куда далеко пошли. А связь хорошая. Мы пообедали. Там связь хорошая, да, мы там записали. Там уже все сказала. Маленечко, да. Я не знаю, еще Сергей почему ждет. Мне сейчас за его собаками надо ухаживать, за собаки. Давайте дойдем до него. Нам же немного нести, справимся. Так я сейчас на велосипеде съезжу. А вы постойте, Володя, пересынь. Вот. Так все мы. А я думаю, как-нибудь соберем на велосипеде. Он поехал, вот он, она гонит машину. Короче, я ему уже передела, это интервью. Я вот еще в прямом эфире. Петербург, Ключева смотрит. Маша уже, пока она там записывает, Петербург смотрит. И плюс, я в Петербурге смотрит. Ну вот, дорогие наши гости уезжают. Мне надо держать плакаты, чтобы они вот не растерялись. Наверное, что-то... Плакаты в руки возьмите. Зачем? Пришить лямки. Идите. А то они у меня болтаются. 2-33-33. Я не знаю. Так, наверх-то, наверное, ничего нам не удастся принять. Почему? Потому что у меня, видите, какой багажник. Ну да, багажник без этого, без дна, плохо. Без дна. Поэтому, ну что, сюда вещи накидаем, накроем, сверху собак. Да, конечно. Она это с собой пробует. Настя уже сидит. Она правильно сделала, она отвлекает. Она помнит, что я там сидела. Постель себе прижимать. Вот так вот, да. Я позабуду, пока не ладно, я тогда я нападу, что полно. А, я еще терпи. Не плачь по ногу. Еще раз ладно. А то я буду... Я с тобой на колени, а ты не знаешь. Я с тобой на колени. А это тяжело, я не знаю, куда я. Благословите дорогу. С Богом. Будем вас вспоминать. Господь вас. Спасибо, спасибо вам за все. Езжайте с Богом. Спасибо. Хорошо, что приехали.
успеете. И только приехали, повидали, все как надо. Давай. Давай, заранее положи. Не знаю. Если к нам, то будем двигаться. Если не посетить, нам не все будет. Куда съесть? Надо Сергея спросить, как вас приехать. Сергей ушел. Место-то есть тут? Если что, мы двинемся. Ну, они могут остановить дорогу, вообще дороги. Мы только до основной дороги довезем и оставим. Ничего. А он будет ехать на автобусе. Кто? Собака. Не, собаку Сергей увезет, а он отдельно поедет. Мы пока снимали, Епископ Евтихий заходил. Куда? Прямой эфир. Виталий снимал в прямом эфире. Я ему сказал. Евтихий подключился. А он знает, что он, наверное, просто... Потом передал ему. Это у него надо. Это Вера Митрофанова. Санкт-Петербург подключился, написала. Там что? Это я знаю, а что Евтихий вышел, это странно. Я там стихи читала немножко, православную. Он был 13 лет у нас епископом. Да, и когда ушел на покой, батюшка едет, как будто никогда другого не знали. Для того удивительно. Спасибо вам за прием. Спасибо, нету. Спаси Христос. Спаси Христос. Книгу подарили, я буду ее читать. Я так и хотела. Читай, благодари Бога. Там на него ничего нет. Только что Бог дал, я и записал. Так, что-то мужа не огорчай. Он тебя хороший. Хороший, правда. Да, хороший, послал тебя и хотел отвезти даже. Да, отвезти хотел. Ну, все, с Богом. Сегодня он на работе. Дорога ему будет давить. Виталий. Ну, Бог даст, где он? Нормально будет. Какое-то все замедленное такое. Где она у него, собака, или еще не может взять? Чума, они здесь уже, здесь? Собака здесь? Конечно. Ну-ка давайте. Конечно. Только учти там такого не будет. Я знаю, я уже заходил, я видел. Ах, там. Это грузим. Это я в ноги поставил. В ноги там я поставил тебе уже. Еще. Ну, на коленках. А что это делать? Нет. Потом, чтобы я-то взял до трассы. Ну-ка давай, повернемся. Деньги. Повернемся. Давай. Или сейчас брать деньги, а посмотри, какая собака. Да. Вот я стою рядом с ним. Сравни, какая у него это шерсть, спина. Какой он толстый, хвост у него. Да, мощный. И парень. Сколько вы за него отдали? 25. Вы слышали, да? А? Слышали? Сколько? 25 тысяч. 25 тысяч. Я... переписываясь с немцами, они там какую-то голубку вывели, продавали за 3 миллиона 200 тысяч. Может быть, запросто. Одна голубка. Ну и кстати, Тихонич, только голубей своих не показали. Ну ладно, только в интернете. А я сегодня видела, они тут летали. С утра. Мы пошли, они летали. Летают с утра. Давай. Один рюкзак твой, а второй где весь мешок. Вот хороший. А что же вы уезжаете? Это еще пожили, потом. Да давление прыгнуло. Давление. А я таблетки не взял. Таблетки в этом возрасте. Я еще ни одной таблетки за жизнь не съел. Надо держаться, рано вставать, днем не ложиться. Я рано встаю. Не пить, не курить, и это все остальное. Это и больше движений, поклонов земных. Это только курево. Сзади мы четверо, мы географию знаете? Да, сзади четверо. Да, чуть-чуть слышал. Ну, так представь, я бы должен делать. Володя, 80-й год. Тебе спасибо. Все, спасибо, Христос. Да. Спасибо, Бога. Терпение. Сам заходишь. Терпение держись. Молодец. Лизоньки, как-то тяжело, тогда не вижу. Тебе много достается, держись. Да, еще. А чем много? Давай, 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 Катерина, впереди. Тихо. Еще одну худогину поставил. А, с Богом! Я сумку возьму потом и все. Очень рад за вас. Там у меня паспорт. Все. А зачем паспорт? Да, пишите. Вдруг я там не... Так, Сережа, не трать время. Ладно, добавь, главное, с Богом! Спасибо, Христос. Господи, благослови. И добрый ангел сохранит от всякого рода зла и греха. И начальствующийся старост положи на дороге. Аллилуйя, аминь. Аминь. Да помилует Господь. Только надо на дороге не ездить и с перегрузом. Сразу захватим. Проверь еще раз. Да, или нет? Покажи, где у тебя. Вот. Давай. Я тебя жду. Мне сейчас собак выгуливать надо. Пошел.
дрессировка собак. 25-06-38. Ничего. Все сидишь тут, а? Все. Пойдем сейчас к нам, ладно. Так. Трогайся. Вспоминайте все, как мы обедали сегодня, как там молились. Хорошо, мы принимали. Давай, по славу Божию. Прекрасно. Да благослови Господь. Спаси Христос, Игнатий. Все, спаси Христос. Аллилуйя. Все, ураганчика выгулите сегодня, пожалуйста. Выгулите. Еще говорит последние слова. Ураганчика выгулите.